Эй, ты для меня много значишь. Ты тоже. Это чтоб ты меня вспоминал. О, и еще это. Прочти, когда соскучишься по Gravity Falls. Это последний автобус из Gravity Falls. Садитесь. Я уже со всеми попрощалась, кроме... Пухли. Я не знаю, как тебе объяснить, но... Мама с папой не разрешат держать в Калифорнии поросенка. Поэтому ты остаешься. Перестань, ну хватит. Я уезжаю домой. Я... Прости меня, Пухля. Да что ж это такое? Я с ним все лето прожил. Теперь пусть твои родители поживут. Эй, слышь, водила, эта свинья поедет с детьми. Стоп, погодите минутку. Перевозить животных в автобусе строго-настрого запрещено. Ой, добро пожаловать. Можете даже в первом ряду сесть. Дети, как же вы меня уже достали. Хорошо, что уезжаете. Мы тоже будем скучать, дядя Стэн. Готова к прыжку в неизвестность? Не-а. Ну, погнали. Следующая остановка – Калифорния. Если вы когда-нибудь будете на северо-западном побережье, вы, вероятно, увидите на машинах наклейки с названием Gravity Falls. Ну, вот я и дома! Этого городка нет на картах, и мало кто о нем слышал. Кто-то считает, что это миф. Но если вам любопытно, не ждите. Поезжайте туда. Найдите его. Боевой Стэн 2. Он где-то там, среди лесов. Ждет вас. Увидимся следующим летом.